местами стильная, такая волшебная, очень неповторимая. Не смотрите то, что блондинка очень интеллектуальная. Да. Анна Горбашова, давайте, ЮНЕСКО! Здравствуйте, добрый вечер, дорогие дамы и господа. Спасибо вам большое за приглашение. Андрей, вы чудо. У вас есть свет, который виден издалека. Когда я только зашла сюда, вы видели, я сразу вас увидела. Я поймала взгляд, я поймала душу. Мне хочется сказать, что да, я женщина. Я мать троих прекрасных дочерей. У меня дочке 20 лет, 17 и 3 года. Но несмотря на это, я творческий человек, я балерина, хореограф-балетмейстер, являюсь членом ЮНЕСКО именно в развитии танцевального творчества и духовности в Арабских Эмиратах, город Дубай. Мне бы очень хотелось пожелать вам удачи. Я делаю большие танцевальные шоу, большие проекты. То есть я все вижу, что вы видите сейчас в своей голове, я это перенимаю и переношу. Я поздравляю вас с такой прекрасной беременностью. Потому что я знаю, что родить новое шоу и новую коллекцию – это ваш ребенок. Каждый мой поставленный, мой хореографический номер – это мой ребенок. Если можно было их записывать куда-то в дату рождения, то это было здорово. Творите, дерзайте, поверьте, как женщина, которая... Как мне хочется быть красивой снаружи, так же красивой изнутри. Я верующий человек, я говорю, я мама. То есть я могу совмещать себе сразу все. Но одеваться красиво мне очень нравится. И прежде всего для того, чтобы нравиться лично самой себе. И вот когда я лично сама себе нравлюсь, я могу подарить эту красоту, радость, свою улыбку, вот эту теплоту, душу другим людям. Когда я себе не нравлюсь, когда женщина в чем-то себя не может недооценить, то все, она закрывается, она как-то скукоживается. А мы прекрасны все, потому что для Бога все души равны. И в них нет мужчин и женщин. Мы все просто дети Господа. Я хочу вас еще раз поздравить и сказать, что вы творите самое прекрасное. Это вы делаете новый. Я смотрю, ваши коллекции абсолютно разные. То есть у вас живет столько уникальных возможностей и способностей, что хочется за вами следовать. Ну, не знаю, великие, знаменитые дизайнеры, тот же Живанши, который делал костюмы для Майи Плисецкой, но это останется на века. Я хочу, чтобы ваше имя помнили, и чтобы ваша душа всегда так же светилась, как сейчас светятся ваши глаза. Будьте счастливы. Спасибо.